Хоровод из матрешек стал больше. Фигуры пары Дании и Австралии установили около бассейна ЦСКА ВВС. Сборные этих стран сыграют 21 июня на стадионе «Самара-Арена». Каждая фигура разрисована в национальные цвета символами стран-участниц большого спортивного праздника. Коллекцию матрешек увидела Татьяна Подова. Символичные фигуры матрешек встают в хоровод около бассейна ЦСКА ВВС. Гости из разных концов планеты фотографируются возле русского символа и делятся впечатлениями. Мне нравится эта матрешка, на которой написано «Коста-Рика Коравида». Это очень мило, я наслаждаюсь пребыванием в Самаре. У вас прекрасная погода, а Волга потрясающая. А еще поразили здесь люди в Самаре, потому что все дружелюбные. Каждая матрешка символизирует одну из 8 сборных, которые приезжают в Самару на игру. Их устанавливают в той очередности, в какой пройдут матчи чемпионата. Первыми гости и жители Самары увидели матрешки с символикой Сербии и Коста-Рики, теперь Австралии и Дании. На матрешке, посвященной Дании, портрет датского прозаика и поэта Ганса Христиана Андерсена. Фигура выполнена в красных и белых тонах, которые символизируют битву и свободу. Рядом солнечные тона Австралии с кенгуру и кактусами. Мне действительно понравились матрешки. Я специально пришел сюда посмотреть на них. Это символ России, но на них есть картинки Австралии, которые характерны для моей земли. Поразило изображение горы. Австралия знаменита большим количеством пустыни, есть большой барьерный риф и северная часть, которая знаменита пляжами, где различные животные можно порыбачить. Это все тоже изображено. Следующую пару матрешек, посвященную сборным России и Уругвая, установят накануне игры. Она пройдет в Самаре 25 июня. К концу чемпионата здесь уже будет стоять 8 матрешек. После спортивного события они получат постоянную прописку на стадионе «Самара-Арена». Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, «Новости губернии».